Так, что продолжаем? Миссия номер 6, ветер призраков, начали. Джентльмены, позвольте мне познакомить вас с Ашинафи Абейтом. Он один из тех, кто обладает властью в восточной части Уикро. Однако он еще и старый друг полковника Вольда. Сейчас он обосновался в опустевшем городе, за пределами Адикеиха. Он и его войска и есть ваша цель. Когда эфиопские солдаты отступили, они кое-что оставили после себя. Противопехотные мины. Они сильно задерживают наше наступление. И не похоже на то, что мы сможем найти и обезвредить все эти штучки. А это означает, что они еще много лет будут преподносить местному населению неприятные сюрпризы. Ваша основная задача — получить карты расположения минных полей. За эту часть проекта отвечает Абейт. И он хранит их в полевом штабе в Бокситном каньоне, к северо-востоку от города. На противоположном конце города находится стоянка техники под прикрытием свалки. Вам придется обезвредить все находящиеся там машины. После этого вы отправитесь за главным призом, самим Абейтом. Если Абейта не будет в полевом штабе, тогда он в своей резиденции, находящейся на холме сразу за тем, что осталось от города. Он окопался там, защитив себя сетью траншей, а его солдаты стоят повсюду среди развалин. Вам придется проникнуть туда и вытащить его. Когда захватите Абейта, отправляйтесь в точку эвакуации. Она расположена среди холмов к югу от города. Хорошо. Так, где у нас ракетчик? Все, начинаем. Так, ну что, пойдем. Через холмы есть несколько маршрутов. Хорошо. Кемперсона надо взять. Кемпер заебал пистолет с собой носит, ебаное чудовище, блядь. Ну то. Убийство подтверждено. Он из Сирии. Прощай. Да сука, откуда, блядь? Да ну нахуй!
Я не могу понять, откуда. Блять, ясно, ясно, блять. Человек убит. Ты как? Потеряли человека. Ебать, я неудачник, сука, лютый, бля. Сейф. Давай. Где вы, говнодавы, ебаные? Хорошо, хорошо. Поднимай свою голову, чмо ебаное. Давай еще разок, не вопрос. Давай, сука. Иди сюда, говно. Давай, блядь. Где ты, мразь? На, сука. Подавись, нахуй. Чудовище ебаное, блядь. И за тобой приду сейчас, не волнуйся, на. Давай, бля. Все, захавал, нахуй, спи, нахуй. Чудовище ебаное. Да, пацаны? Одним словом, хуесос. Блять, откуда нахуй? Да сука, откуда? А, вот за это, за этого дома, блядь. Прощай. Да, миссия такая, ну, чуть-чуть проблематичная по смертям, конечно, нормальная. Тут никакой нету гадости. Он история. Он история. Что, мне вот это надо, да? Да. Подвинься, нахуй. Говноеды, блядские, сука. Раз бы всех нахуй народ вам дам, блядь. Хуль ты пугаешь, ты олень, блядь. Враг убит. Враг убит. Я хуею, блядь. Где снайперы ебаные? Ой, блядь. Суки, сейчас вы меня будете отсасывать, блядь. Спокойной ночи, нахуй. Туда же, нахуй. Ты же голова или нет? Он история. Он история. Прощай. Сука, нихуя не понял, что за хуйня, бля. Че, блядь, охуели, что ли?
Я понял, блядь. Еще какие вопросы, мразь? Нету? Все спитано нахуй. Чудовище, блядь. Да ну нахуй, откуда, блядь? Ты че какая-то мразь стреляла, сука? А что? Нейтрализовать технику-то надо поубивать. Блядь, не туда нажал, нахуй. Не засчитывает. Блять, тут где-то еще один челик, блять. А где он? Хуёв знает. Вы увидите, я его не вижу. Ёбаные трущобы, блядь. Задание провалено. Нам же надо захватить хуя какого-то крутого, а я забыл. Так, вот там за углом должен быть, да, чувырва. А он спалился. Хуйня, я сохранился, чувак, не переживай. Да подожди, да что ты такой кипишной, да? Да ты охуевший, ебать, африканец, слышь. За каким он зданием, я забываю, блядь. Тут все, сука, монотонное, конченое, блядь. Все, нахуй. Ну, примерно вот столько раз приходится переигрывать с сохранением славы, блядь. Угу. Ну, ты будешь дальше идти или нет? Да ты пиздец, это как в Том Клэнси в Рэмбо Сексе. Раз, и въебали в голову. А что мне там осталось? Навезуйте технику, захватите командующего. А, это у нас главное получается, блядь. Его нельзя убивать, короче, я понял. Надо было проверить. Да ты охуел. Прощай. Здорово, чего?
Заключенный освобожден. Какую я должен технику уничтожить? Я понял, блядь. Конкурента, нахуй. Да давай, проходи, бля. А какую технику я должен уничтожить? Вот эти джипы, что ли, конченые, блядь? Давай. Нихуя не уничтожается. А где хоть их техника-то? Вот это оно не уничтожается же. Или уничтожается? Она как была в хорошем состоянии, так и осталась. А, блядь. Я еще вот туда не ходил. А это где? Ой, блядь, как далеко ебашит. Давай, ладно, пойдем. Я уже дохуя ракеты стратил, ну ладно, похуй. Куда, по дороге, да? Да иди уже далеко, пиздец. Сука, да откуда, блядь? Какая-то мразина найдется, которая меня убьет, блядь. Какой-нибудь жопе, блядь, карта этой конченой, сука. Нахуй, еще найду, порешаю, блядь. Сохраниться. Она без сохранения вообще обстрадала бы, наверное, тут. Вот кто мог меня убить? Пацаны. Кто? Нихуя себе, блядь. Этого я не мог ожидать, блядь. Неприметный такой был еще. Чему, блядь? Убийство подтверждено. Мы пришли на точку, да? А, там хуйня осталась. Сейчас запиздроним все. Он история. Давайте, блядь. Выходите, сука, я вас всех переебашу, блядь. У меня, блядь, страхи жить будете, ёбаный, блядь. Ёбаный урод, ебать ты косорукий, блядь. Танк уничтожен. Все, прошли, пацаны, все заебок, все хорошо. Продолжим в следующей серии.